Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре, по моему мнению, лучшая катушка для зимней рыбалки. Это Higashi HM55 Blue Red. Сразу скажу, что мое мнение не голословно. Я провел с ней не одну рыбалку и, честно говоря, остался очень впечатлен. Катушка в первую очередь меня удивила своей функциональностью и удобством. Но давайте обо всем по порядку. Поставляется катушка в плотном качественном чехле черного цвета, очень приятного на ощупь. Когда первый раз берешь ее в руки, не покидает ощущение, что приобрел элитную вещь. В первую очередь, конечно, это происходит из-за ее дизайна. Ребята из Higashi не зря заморочились. И внешне катушка выглядит просто великолепно. Но дело, как говорится, не только в дизайне. Посмотрите, как тут профессионально облегчена конструкция. Видно, что борьба с лишним весом велась на каждом сантиметре изделия. Видите эти прорези на ручке, на шпуле, на ножке крепления. Все работает на уменьшение веса. Кроме этого, сам материал изготовления катушки – это алюминиевый сплав. Он достаточно легкий, но в то же время очень прочный. Я тут пытался погнуть конструкцию шпули двумя пальцами, но как ни старался, мне это не удалось. В общем, качество изготовления катушки на очень высоком уровне. А теперь давайте перейдем к функционалу. Я вам скажу, не зря я эту катушку назвал лучшей для зимы. Функционал тут действительно очень развит. Катушка обладает достаточно большой для зимних условий ручкой с двумя разнесенными кнобами. Сами кнобы выполнены из теплой эво, и они максимально органично ложатся в руки. Кроме этого, катушка обладает очень плавным ходом. Такой ручкой удобно вываживать любую рыбу. Также тут присутствует регулируемый фрикционный тормоз, который достаточно точно можно настроить под определенную нагрузку. Но больше всего мне тут нравится рычажок свободного сброса приманки. Он еще так удобно тут расположен под большим пальцем. То есть раз нажали, идет моментальное погружение приманки. В зимних условиях, ну, это просто максимально удобная вещь. Можно спокойно перемещаться по лункам с разными глубинами и спокойно то выматывать леску, то мгновенно опускать наживку на дно. Кстати, заметил такую мелочь, как то, что ножка катушки имеет разборное соединение с площадкой катушкодержателя. Это, возможно, будет интересно для тех рыбаков, кто изготавливает самодельное удилище. Другими словами, тут есть возможность напрямую крепить катушку к рукояти удочки. В общем, я был приятно удивлен этой катушкой. Однако один минус тут, пожалуй, есть. Это ее цена. Катушка не дешевая. Но поверьте мне, своих денег она стоит на 100%. Ну а покупать или нет, решать, конечно же, вам. На этом у меня все. Оставайтесь на связи. Всем счастливо. Всем пока.